Убирались, танцую под музыку. Студенты Самарского государственного экономического университета сегодня вышли на субботник. В уборке территории принимали участие около 1000 человек. Приводили в порядок как прилегающие к зданию вуза площадки, так и расположенные напротив сквер экономистов. Во-первых, мы помогаем своему же городу. Это для нас же самих, для нашего, собственно, сквера экономистов, это как минимум. И наш долг как жителей города. У нас прекрасная погода, мы прекрасно с друзьями отдыхаем, музыка, скоро у нас чай, полевая кухня, так что все прекрасно. Студенты убирали опавшую листву, красили деревья и голосовали за то, чтобы сквер экономистов преобразился. Согласно проекту, здесь вымостят плиткой тротуары, обустроят зоны отдыха, площадку с тренажерами, а в центре появится сухой фонтан. Здесь даже елка ставилась. То есть, вот когда университет только начинал работать, главной точкой притяжения для студентов, которые учились на тот момент в плановом институте, для тех, кто жили в общежитиях, только-только отстроенных, для тех, кто жил в близлежащих домах, это действительно было такое знаковое место, где можно было собраться, пообщаться, чудесно провести время. И хотя город, конечно, за все эти годы стал намного больше, комфортнее, появилось много новых точек притяжения. Вот для нашего района, тем не менее, такого рода мест не хватает, и, конечно, очень хотелось бы реанимировать эту территорию. Эта территория у нас в топе-20, которую выбирают жители для благоустройства в 2025 году в рамках нашего национального проекта формирования комфортной городской среды. И, конечно, этот сквер, он был инициирован и назван сквером экономистов по инициативе самих студентов. И они очень хотели, чтобы рядом с ними находилось какое-то общественное молодежное место, в том числе для отдыха, может быть, для каких-то интересных молодежных идей и проектов. В этом году в голосовании участвует 20 территорий, и самарцы могут снова отдать свой голос и преобразить общественное пространство. Это можно сделать на сайте 63.городсреда.ру или на портале госуслуги. Голосование закончится 30 апреля. Территории победители преобразятся уже в 2025 году. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.